Ужская межобластная инфекционная больница закрыта до конца февраля. В настоящее время идут текущие ремонтные работы в инфекционном отделении, которые завершатся к концу месяца. Ремонтные работы идут в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19», финансируемого Всемирным банком. Цель проекта – содействие правительству в укреплении способности реагирования на пандемию путем обеспечения надлежащих профилактических мер, закупки лекарств, расходных материалов и медоборудования, а также улучшения условий в организации здравоохранения.